Прошлая неделя была отмечена повышенной эмоциональностью и резкими перепадами настроения. Точно в соответствии с прогнозом, который давал наш астролог Александр Соколов. Будет ли легче на этой неделе, Александр? Ну, я думаю, что напряжение, которое мы все ощущаем, в принципе, должно усиливаться до почти середины апреля. На самом деле, всегда есть две стороны медали, и помимо просто какого-то фактора, всегда есть и возможность его использовать. Значит, если прямое физиологическое воздействие нашей любимой планеты, это я говорю об Уране, это напряжение, эта планета символизирует электрическую природу, вместе с тем электронику, компьютеры, программирование. Но и эта планета с древности считалась владыкой неба, и поэтому это планета астрологов. Это планета, которая рисует четкую линию, она связана с истиной, точными знаниями, точными формулировками, но и удивительным образом с чувством юмора. Поэтому, как говорят, единственное, что спасет мир в ближайшем будущем, это чувство юмора. Надо относиться ко всему, стараться относиться легче, с шуткой, и действительно будет легче пережить это время. Но Уран символизирует также реакцию, скорость. Поэтому есть совершенно конкретные предупреждения. Не следует превышать скорость, не следует оставлять без присмотра неисправные электроприборы. В то же самое время огромное удовольствие можно получить, например, от занятий фотографией. Сегодня трудно представить человека, который не имеет, скажем, в мобильном телефоне своем или еще в каких-то устройствах фотокамеры. Давайте вместе нафотографируем такой красоты, что потом будем вспоминать об этом времени с благодарностью. Что же касается ближайших дней, вот нынешней недели, которой надо высказаться, то сегодня понедельник, день, который требует мобилизации. Кто-то сказал бы, что это тяжелый день или что действуют какие-то разрушительные силы. Я убежден, что любую энергию можно организовать и использовать во благо себе и окружающим. Поэтому сегодня требуется дисциплина и просто надо быть готовым к работе. Середина недели будет чуть-чуть поспокойнее, точнее, там не будет таких каких-то всплесков неконтролируемых энергии. А к концу недели эмоционально будет немножечко тяжелее. Во-первых, есть день, который более или менее повторяется примерно раз в месяц, чуть меньше, чем раз в месяц. И там виновница Луна. А ее флюиды больше чувствуют женщины. Поэтому их эмоциональная жизнь, она немножечко усложняется. Поэтому я предупреждаю, что в субботу не следует по возможности брать близко к сердцу происходящее. Оно может казаться каким-то неприятным. Что касается воскресенья и вот уже понедельника следующей недели, то это как раз дни, когда Уран, о котором я сегодня говорил, покажет себя во всей красе. То есть, помимо прочего, кстати, Уран организует нам неожиданности. То есть это будут дни сюрпризов. Останется нам только с вами подготовиться к этим дням таким образом, чтобы уменьшить вероятность неприятных неожиданностей. Просто соломки подстелить. Но при этом нельзя закрывать глаза на то, что может оказаться приятным. Вот с таким напутствием к нашим зрителям я и закончу сегодняшний прогноз. Спасибо, постараемся следовать вашим советам.